Раз атрымалася захаваць калектыў у пандэмію, то і зараз зможам. Тым больш, ніхто і не збіраецца баставаць ці звальняцца. Аб гэтым расказвае кіраўніцтва прадпрыемства «Гомельшкло». Нашы корэспандэнты пабывалі на вытворчасці і даведаліся, як там справы. І эканамічныя, і з настроем у калектыве. Падрабязнасці ў наступным сюжэце. Коллектив «Гомельшкла» приблизно 2000 человек. Вытворчасть працует у круглосуточном режиме. Я ее нельга спынять. Это докладно разумеют усе супрацовники. Например, Владимир Пяхота на заводе уже больше 15 годов. И иншего працовного места нават не уявляя. Каже, что головное для его – стабильность. Как раз такое почуття упевненности дают любимая работа и добрый коллектив. Для меня развитие моего предприятия, я больше чем уверен, это самый главный фактор для меня. Поэтому я считаю, что у нас все хорошо. У меня в частности точно. Генеральный директор предприятия Петр Максимчиков рассказывает, что никаких политических хваливаний у коллективе не было. Люди как працавали, так и працуют. Поставать, каже, никто не собирается. Тем больше завод, как и экономика в целом, вось-вось поспела дойти от коронакризису. У первом полугодии доводилось працавать у темлику и на склад. Зараз же снова на всю могутность. С великим портфелем заказов еще и новые покупники добавились. Нам очень повезло, что коллектив «Гомельстекло» – это такой сплоченный и вот уже, ну, достаточно профессиональный. У нас нет такой текучести кадров, может быть, как на других предприятиях. У нас люди работают постоянно. Плюс к тому, эти люди прекрасно понимают, что такое производство стекла. Вы знаете, мы тут разговаривали со своими коллективом постоянно, ведем диалог, постоянно мониторим ситуацию. И, к счастью, нас не коснулись даже вот поползновения к забастовкам, призывы. Но, как сказали наши люди, мы бы не допустили сами такого. Потому что люди прекрасно понимают, что самое главное сегодня – это работа. На самой новой линии летось почали выпускать шматфункциональное и солнцеохранное шкло. Апошнее, до речи, можно бачить на фасадах многих городских будинков. Але больше за все на линии вырабляют энергоэффективного шкла. Основная частка продукции – шкла с покрытием и листового – отправляется на экспорт. Это больше к 80% от всего объема. Постоянно появляются новые партнеры. Зараз началось сотрудничество с Венгрией, Румынией и Германией. Технологии, по яких у Гомеля робят шкло, отповедают сусветным стандартам якости. Технология нанесения покрытия на стекло происходит в условиях глубокого вакуума. То есть наша установка создает высокий вакуум, и стекло, которое движется по этой установке, на него поочередно наносятся определенные слои металлов, оксидов металлов. В результате образуется уникальный пирог слоев, который создает вот такие так называемые эффекты энергосберегающие, солнцезащитные или комбинированные мультифункциональные. Растут на предприемстве не только объемы вытворчасти и заказов, а и зарплата. Коли у красовику средняя складала 1000 рублей, то зараз уже 1145. Марина Джала, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».